Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. И сегодня у нас один тематический выпуск, который должен был стать платным, но он таковым не станет, потому что то, о чем я говорил в последнем видео в поддержку канала, оно, в общем-то, сбылось. Ну, точнее, я вижу после того, как этот ролик вышел, вашу поддержку. Поддержка достаточно серьезную, которая позволит этому каналу развиваться и которая позволит мне убедиться в том, что этот канал действительно многим нужен, многим интересен, и многие люди действительно хотели бы видеть его развитие в будущем. Поэтому все те планы, которые я, о которых я писал, о которых говорил и которые предполагаю осуществить, они теперь, скорее всего, осуществятся. Ну, я имею в виду, скорее всего, что в большинстве своем, да? Поскольку той поддержки, которая была оказана каналу в этот раз, в принципе, будет вполне достаточно для того, чтобы осуществить ряд планов. Отдельное спасибо тем, кто оказал поддержку в довольно крупных суммах, условно говоря, больше там, 10 тысяч рублей. К сожалению, я не могу персонально к вам обратиться, потому что, скажем так, мобильный банк не позволяет мне увидеть там имена какие-то, фамилии, откуда приходят эти деньги. Источник их поступления я не могу отследить. Поэтому, если вы хотели бы просто пообщаться, задать какие-то вопросы, можете по любому из контактов, указанных в описании к ролику, обратиться ко мне, я с удовольствием с вами пообщаюсь. И еще раз огромная благодарность всем тем, кто помог каналу. Ну и мы переходим, собственно, к сегодняшнему ролику, к сегодняшней теме. Тема посвящена фамилии Дегизольфи и, если говорить более конкретно, конкретной персоне из этого аристократического рода, Закарий Дегизольфи. Собственно, о чем речь? Дело в том, что с 13 примерно, там, даже нет, с 14 по 15 век Тамань и Крым, точнее, так, те колонии, которые там существовали со времен греков, со времен Византии, они достались Генуе, Генуэзской республике итальянской, которая им владела и через которую вела свою торговлю. Естественно, в этих колониях были какие-то определенные владельцы, аристократы. Вот с одной из крупных фамилий генуэзского происхождения была фамилия Дегизольфи, которая владела одной из колоний. Собственно, Дегизольфи – это известная фамилия в Генуе, которая отметилась еще в 13 веке тем, что был их такой представитель Бускарелло Дегизольфи, который вот на исходе 13 века, начале 14 века был послом у монгольских ильханов Ирана в Европе. Его, и в принципе его племянник тоже, то есть там целая семейная вот эта традиция, он тоже был послом, то есть они в свое время очень много сделали для налаживания связи с Золотой Ордой, в принципе с монгольскими вот этими ордами, да, которые существовали в то время. И эта семья, она была, ну, имела достаточно высокое положение в обществе в Генуе, но потом в результате определенных там политических споров была вытеснена из метрополии и вынуждена была перебраться в колонии, в частности в Крым. Так известно о, например, двух консулах Каффы, а Каффа была столицей колоний генуэзских в Крыму и в Тамане, ну, в принципе, в Черкесии. В 1467 году и в 1429 году два человека из этой семьи были консулами, то есть главными правителями Каффы. Ну и, собственно, с 1419 года наши Дегизольфи владели собственным княжеством на Таманском полуострове со столицей в колонии Матрега, она же известна сегодня как Тамань, просто станица Тамань, я имею в виду, бывшая Тмутаракань и вообще, в принципе, античный город еще с времен давних. Первым был Джованни Дегизольфи, владельцем этой колонии. И при нем в 1424 году владельческие права этой фамилии на эту колонию были подтверждены специальным договором с Генуэзской республикой. Известно, что через год, в 1425 году, семейство Дегизольфи, вероятно, под давлением турецкой опасности, грозившей этим побережьем, пытались продать свои владения, но безуспешно. Получается, вот в это время владельцем оказался этих колоний Симеон Дегизольфи. Это первое, ну, известное упоминаемое имя, более-менее, да, описанное именно владельцем. Соответственно, после него был его сын Винченцо Дегизольфи, о котором вот пойдет речь. В чем он, собственно, этот персонаж интересен? Он является сыном нашего героя Закария Дегизольфи, о котором мы поговорим.
И он известен тем, что он вступил в брак, который был одобрен его отцом, с Беки Ханум, дочерью владельца, условного владельца Матреги, черкесского князя Берозока. О чем это говорит? О том, что в тот момент эти колонии при наличии большого количества и, в принципе, торговых колоний, где торговали черкесы в Крыму и в Тамане, являлась как бы под двойным, что называется, покровительством. Да? То есть, с одной стороны, это генуэзская колония, и метрополия Генуи владеет ей, а с другой стороны, она вынуждена согласоваться с черкесскими князьями, которые вот по соседству этим, владеют этими землями, для того, чтобы покупать мир и покой, что называется, этих территорий. Также это было в будущем и с Анапой, допустим, да, который, земля, под которой владел князь из Заноковых семейства, князь владетельный натухайского происхождения. Ну, в принципе, это были земли натухайцев. И, грубо говоря, ему тогда турки платили за спокойствие, да, за то, чтобы они могли спокойно построить эту крепость Анапу, и ее никто не трогал из местных князей. Также и здесь, скорее всего, выплачивалась какая-то дань князьям черкесским для того, чтобы они не трогали эту колонию. Таким вот образом получилось, что сам Захария, о котором мы будем говорить, он являлся метисом, то есть у него отец итальянец, генуэзец, а мать черкешенка, то есть смешанного происхождения был. Его дед Симеон умер в 1446 году. Известно, что тогда при вступлении в наследство он был еще несовершеннолетним. Тогда это все отметилось, когда они несли подарки к афинскому консулу, как бы подтверждая переход от отца к сыну этих владений. Первое достоверное известие о том, что именно Захария владел Таманию, относится к 1457 году. Тогда произошло первое восстание местного населения, которое по преимуществу, видимо, было все-таки черкесским, против власти генуэзской. По какой причине, мало понятно. То ли это, может быть, сборы были, какие-то ущемления, или просто они не заплатили дань черкесскому князю. Но восстание произошло действительно, но тогда Захария сумел удержаться у власти, то есть захлебнулось это восстание, и он, как вследствие этого восстания, решил себя обезопасить, построил там вот в Матреге замок. И, но при этом известно, что после этих событий стали более напряженными у него отношения с Генуей. По какой причине, мы тоже толком не знаем, но действительно, то есть он начал лавировать между черкесами, видимо, каким-то образом перешел после этого восстания, желая его упредить его последствия, он как-то больше стал в сторону черкесов склоняться против генуэзцев. Может быть, отказывался какие-то, да, с них подати брать. Ну, или точнее, какие-то налоги, да, допустим, условно говоря, торговые, к примеру. И мы видим, что это как бы такая вот позиция, его начинает прочеркесская против Генуи, она усиливается. В 1465 году Захария самовольно начинает взыскивать таможенную пошлину с проходящих мимо берегов княжества, судов, что, естественно, вызывает неудовольствие афинских консулов этими его действиями. При этом он тайно пытается вступить в союз с крымским ханом Менглигереем в этот момент. Однако его письма перехватывают, его арестовывают и сажают в тюрьму в Крыму. Однако после прихода к власти Менглигерая его отпускают, Захарию, и выдворяют в территорию Крыма. При этом Захария в эти последующие годы начинает как бы упоминать, что он считает себя данником и вассалом именно черкесского князя Кадибельди. Тут Берозок был до этого, тут Кадибельди, то есть это по соседству князь черкесский, известно, что он правил точно на территориях вот вокруг Копы, это славянск на Кубани, Адагум примерно, ну, будущие натухайцы там проживали, то есть окружающие Тамань племена. После этого освобождения начинает менять политику Захария, то есть он начинает больше уже, наоборот, про генуэзскую политику вести, то есть совершенно вектор меняется. И это все приводит, естественно, к стычке с этим вот Кадибельди, черкесским князем, который в 1470 году захватывает город Матрегу и сгоняет оттуда Захарию. При этом в документах указывается, что, воспользовавшись захватом Кадибельди замков в Матреге, народ той местности восстал против генуэзцев. То есть сами черкесы местные все поднялись против власти Генуи. Восстание это было подавлено солдатами, присланными из Крыма, из Кафы. И они восстановили там Захарию опять как владетельного князя, но при этом он обязался содержать гарнизон уже генуэзских солдат
Матреге, и ему специальное оружие высылали, то есть оружейный склад для этого давался. При этом все у них налаживается с Генуей Зухари, и в 1972 году он уже получает от банка Святого Георгия в Генуе, ну, так подписывает с ним договор, по которому дает согласие подчиняться уже официально по документам к афинскому консулу, но с условием, что тот не будет взыскивать с него сверхустановленного прежними договорами. И через 3 года, в 1475 году, происходит массовое вторжение турок в Крым. Вот. Османы захватывают полностью всю территорию прибрежного Крыма, все генуэзские колонии, вторгаются в Тамань, захватывают Матрегу. Захария, правда, остается там. И, ну, хотя он пытался предпринять, то есть он уходит в такую, как бы, знаете, в глухую такую оборону, в партизанщину. Турки все это захватывают. Происходит еще такое событие, что, ну, допустим, при захвате Кафы большинство населения попало в рабство. В принципе, начались притеснения христианского населения. То есть огромные колонии русских и черкесов, армян и греков, торговые, которые существовали в Крыму и в Тамани, они вынуждены бежать оттуда. В большинстве случаев, ну, чтобы не попасть в рабство, и позже это все приняло форму уже не рабства, а просто принуждение к вступлению в мусульманскую веру. Соответственно, русские, армяне, греки, они бежали на север, кто куда там, как говорится. А небольшая часть армян и черкесы, они ушли на восток, в Черкесию. Эти армяне стали позже черкесогаями. И вот образовалось огромное количество беженцев в Тамане к тому времени. Они начали накапливаться. Сам Захария, он попытался сбежать оттуда в Геную, минуя, скажем так, Крым, через Украину, через Румынию. И в Румынии был схвачен молдавским государем Стефаном Великим, господарем Молдовы, так называемой Валахии, который хотел его оставить у себя на службе, как человека такого известного, знающего очень много информации по поводу вот именно турок, имеющим опыт борьбы с ними. И он его там ограбил, как он писал позже Захарьеву, что он ограбил его, всячески там пытал. Ну вот, ничего не вышло. И вот Захария там не остался, его потом из этого плена освободили. И он вынужден был вернуться обратно на Тамань, где партизанил до 1482 года, пока окончательно все территории бывших его владений не были захвачены турками. При этом известно, что в 1482 году он пытался взять кредит, опять же, в этом банке Святого Георгия в Генуе, в 1000 дукатов, но ответа оттуда не получил. Причем в письме он пишет, что этот кредит ему нужен был, чтобы такие отступные заплатить черкесским князьям, для того, чтобы они могли, объединившись, выступить в его поддержку и дать бой туркам вместе с вот этими беженцами. Но ничего не вышло. Захария потом, получается, каким-то образом, то ли он, ну, все-таки в каких-то отношениях был с крымским ханом Менгелегирием. Он, значит, вроде как сдается и в какое-то время живет в Кафе, а затем перебирается в городок Копарио. Копа – это станица на Кубани, к каким-то своим родственникам, видимо, черкесского происхождения, где и находит прибежище на какое-то время. В следующем году, в 1483 году, он первое письмо пишет в Москву к царю Ивану III с просьбой принять его на службу. Из Москвы ему ответили положительно, но случилась такая вот, знаете, непонятная ситуация с этими письмами, как, видимо, из-за того очень плохой как бы службы сообщений, существовавший на то время между Москвой и Крымом, Тамани, эти письма не доходили до адресата. Ответа он не получил сразу, Захария, и продолжает писать письма, описывая свои злоключения к царю Ивану III, опять обращаясь с прошением взять его на службу. Оба раза великий князь посылал ему приглашение приехать в Москву. Ну, допустим, первая грамота, известно, что она так и не достигла адресата. Вторую грамоту Захария получил сильно поздно. И, не получив ее, снова отправлял в Москву своего человека с грамотой. При этом, получается, вот это третье письмо в Москву он писал, прося о посредничестве крымского хана Менгелегирея, то есть через него. Просил как бы передать московскому послу свое письмо и данные о том, где он находится. Иван III ему назначал место, куда встретиться, где встретиться с его людьми. Но вот письма не доходили до адресата постоянно. Его пытались послы найти вот там, в Тамане, но никак не получалось у них встретиться.
При этом есть еще такая проблема. Дело в том, что в своих письмах Захария очень грубо выражался по поводу турецкого султана. Ну, понятно, видимо, да, отобрал, собственно, это княжество. И, естественно, это доходило до источников, до турецких подданных, до самого султана. И не могло не сказаться на его положении. То есть султан, естественно, дал какие-то определенные указания хану крымскому Менгригерею, чтобы не допустить никаким образом перевода Захарии на службу московскому царю, ну и понимая, наверное, в том, что это действительно такой, ну, умный, хитрый человек, знающий слишком много информации, который мог бы очень помог московскому царству в борьбе с Турцией. Естественно, как бы это тоже повлияло. Исследователи, которые в 19 веке изучали письма, вот эти переписки, частенько путали его с другим Захарией, который звался еще Саввой, жил на Седьмом острове такой инок, он распространял иудаизм, что очень негативно сказывалось, в общем, его не любили, и в некоторых письмах стали путать именно Захарию этого, называя его жидовином. Ну, позже там разобрали, что на самом деле конкретно письма с Захарией, которые приходили, они упоминают его как фризином, итальянцем, черкесином, но жидовином он не упоминался. И звал себя в ответных письмах он таманским князем Захарией Гуйгурсисом или Гуилгурсисом, ну так, в оригинале, да? То есть мы не видим здесь никаких отношений к еврейской религии, в принципе, еврейскому происхождению. Так и не состыковавшись, что называется, с послами московского царя, Захария вынужден был просто сдаться. Он, когда четвертый, там, по-моему, раз уже русский посол в 1500 году приходил в Крым, то, ну, чтобы передать письмо очередное от Ивана III о том, что его ждут в Москве Захарию, он узнал, что Захария к тому моменту уже служил у Менгригерея крымского хана и изменил свое отношение к султану. До 1505 года Захария упоминается в Крыму среди крымских князей, которым посылались литовские поминки. То есть он участвовал в войне с литовским княжеством. И свидетельство о том, что он занимал очень серьезное, уже высокое положение при дворе крымского хана. Одновременно его стал упоминаться его сын Винченцо, который несколько раз ездил послом к литовскому князю и, в принципе, в последующем стал дипломатом известным, который от крымского ханства выступал в отношениях с литовским княжеством. То есть, исходя из всего, вот, что мы видим, этот смешанного происхождения князь, последний владетель княжества там, в Тамане, христианского именно, таким образом стал, ну, таким вот образом уходящей эпохи, когда турки окончательно завладели этим территорией Крыма и Тамани, и стала, ну, настала эпоха османского владычества, распространения мусульманства, исхода христианства из этих мест. И вот этот человек с очень такой вот яркой судьбой, очень такой образованный, на которого был огромный спрос сразу в трех государствах, несмотря на его различные позиции, умевший лавировать политически, он в итоге остался служить на благо и развитие крымского ханства. Так и не смогли его перенять. И какова бы была судьба, как бы развивались вот именно взаимоотношения России и крымского ханства в дальнейшем, будь он на службе России, тут уже, конечно, история оставляет нам такой задел для фантазии. На этом все у меня про историю этой семьи. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Всем пока.